посмотрим. Хорошо, оставил эту обводочку, совершенно верно. Так, и теперь, значит, вот эта часть начала склона. Вот эту светлую полосу видишь? Да, я вот она, да? Но от нее вот сюда медленно нарастает плотность тени. Да. Вот к этой полосе, да? Значит, вот попробуем. Здесь совсем светло, и вот медленное нарастание вот сюда. И вот здесь более плотное, обратите внимание, здесь ведь достаточно плотно. Вот в этом районе. Угу. Давай. Так, ну-ка. Ну вот. Для того, чтобы эффект был получше. Вот попробуй здесь. Вот так, примерно по этой линии. Вот посмотри, как. Здесь одинаковую плотность я сделаю, или она постепенно падает? Постепенно падает. Постепенно падает, да? Вот здесь вдоль этой линии плотность такая же, как сама линия, и вот постепенно ее уменьши вот сюда, чтобы так же, как здесь было. Понятно? Да. И вот так. У тебя границу височной ямы, тогда будет понятно. На твоем рисунке. Угу, давай. Так, смотрим. И давай вот здесь. Ну, во-первых, вот это окно. Оно, вот его дно. Более темное или более светлое? Темное. Более темное. А вот этот участок? Темный. Угу. Вот давай поработай на этих участках. А здесь, от густой тени, вот в этом месте, прямо под выступом, переход к очень слабенькой тени, вот здесь. Потому что вот эта часть светлая. Понятно, да? Вот давай кусочек. Так. Значит, и вот посмотри, вот здесь ты дал вот это редкое точечное заполнение, и абсолютно прав. Вот теперь совсем светлое оставь, только вот это вообще без точек. Вот здесь выступ, вот здесь редкие точки нужны, и здесь редкие точки нужны, и вот здесь. А вот так вот, ну вот посмотри. Да. Вот этот полос вообще без точек оставь. Угу. Давай. Да. Хороший вопрос. Ну теперь остается совершенно непонятным вот это совсем белое пятно. Это носовой кости, да? Да. Но обрати внимание, во-первых, вот этот шов видишь? Да. То проведи его очень тонкой линией, не вот такими матерыми линиями, как ты это делаешь. А во-вторых, вдоль вот этой линии, границы самой носовой кости, вот здесь таким сердцем тень лежит. Вот посмотри, вот. Есть тень или нет? Ну, вот. Я, скорее. Ну, чуть-чуть. Хорошо. Сравни вот эту точку. И вот эту точку, вот эти две точки. Да. Они одинаковой яркости? Нет. Нет. И с этой стороны ровно так же. Так что по самому центру оставь так же, как и здесь, совсем без точек. А ближе к линии, конечно, тени. Давай, вперед.
Вот давай сравним такую штуку. Вот эту вот височную область, вот здесь, за глазничным отрезком, да? Попробуй сравнить ее яркость и яркость вот здесь, в угловой дуге. Где темнее? Темнее. У тебя вот какая яркость на угловой дуге и совсем светлая височная. Хотя темнее? Разумеется. Разумеется, вот так. И тогда придется еще увеличить темноту вот здесь внутри глазницы, вот на этом участке. Хорошо. Угу. Так. И вот теперь давай посмотрим издали на эту штуку. Поскольку локальные манеры пищи воспринимаются лучше всего, конечно, с расстояния. Ну и что, можно сказать, вполне грамотный рисунок черепа человека. Вполне. Вот, в качестве первой пробы очень неплохо. Но самое главное, к концу вроде бы, хотя бы немножечко, научился себя сдерживать. Это намного важнее, чем способность рисовать. Способность работать с собой, жить нормально с собой. Делать не как выйдет, а то, что хочешь делать. Да? Все, работу нужно считать законченной. Смотрим. Ты знаешь, Алёнка, я бы на самом деле оставил эту работу. Вот я показывал вам, а он лежит, значит, на разных этапах остановки. Потому что останавливаться можно совершенно на разном этапе. От этого работа не становится хуже. Так? Значит, просто есть некоторый риск, если ты сейчас такой быстрой, что ли, манере попробуешь все это дело доделывать, можешь попортить. И было бы очень жалко, потому что работа-то хорошая, портить жалко. Так что, если хочешь, можно, конечно, немножко вот здесь вот, ну вот так белое пятно ли придерживать. Да, примерно. А посмотри как, ну, у тебя же есть глаза, у тебя есть натура. А тут вот так оставить? Ну, если там настолько яркая и настолько широкая белая полоса. Ну, а зачем же тогда ее оставлять? Ну, почему что-то нравится вот там, вот такой вот цвет будет, точку если сцарти себе. Нет, 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 сейчас увидишь, что произойдет. Больше я трогать не буду. Я сделал ровно то, что было необходимо, и не на одно движение больше. И вот здесь. Обрати внимание, только в верхних частях. Вот здесь вверху, здесь вверху, здесь вверху. А почему внизу не работает? Ну, потому что они тут. Вот, посмотри, в пещере. У пещеры потолок есть? Да. Значит, вот с этой стороны, сверху в такой пещере, свет может пройти? Нет. Нет. В пещере, если снизу дырки, а снизу дырки нет, да? Самым темным будет потолок. Вот это помните, от глазницы? А, вот это? Да. Ну да. Да. Аккуратнее тут, не размажь. Учти, что свежие точки. Ну и я бы... Понимаешь, у тебя получилось вот что. У тебя получилась очень резкая, не плавная, очень резкая граница между более темным участком и более светлым. Посмотри, там же она плавная. Как лечится? Немножечко усилить плотность вот здесь. Прямо вот в районе этой такую полосочку сделать, еще более плотные тени. Вот такой.
Вот здесь. Угу. Я считаю, что своя задача, наш мини-курс, работать там только всего две недельки с вами. Так. Считаю, что свою задачу курс выполнил. Вполне. Стоп. Не увлекайся. А то начнешь путать. Не нужно. Вот. Очень хорошо. Опять же, это первая работа в Туше? Да. Ну, для первой пробы просто отлично. Рекомендую дома продолжить. Не бояться. Бояться совершенно нечего. Так? Если не сразу будет у самого получаться, опять же, руки не опускать. Потому что сразу вообще, ну, это в редчайших случаях, у кого-то сразу что-то получается. Вот. Вы вроде немножко почувствовали технику, это самое главное.